Привет, ребята! Сейчас на улице зима, и все ребятки и взрослые ходят в теплых вещах. А сегодня я расскажу вам сказку, из чего же делают теплые вещи. Вышел как-то Митя утром на улицу, а там настоящая осень, холодно. Побежал он тогда домой к бабушке, а она ему говорит: «Замерз, родимый? Надевай-ка скорее свитер». Взял его Митя, а он такой мягкий, пушистый. «Откуда он у тебя?» – спрашивает. «Я его раньше не видел. Он что, в шкафу лежал?» «Нет, по горам бегал, травку жевал», – смеется бабушка. «Ты что, шутишь? У него же нет ножек». «Раньше были, и звали его по-другому, барашкой-бяшкой. Гулял он с другими барашками по лугам, по полям. И шубка у него была теплая-притеплая. Жарко стало барашку. Взял тогда пастух ножницы и постриг барашка. А из его шерсти нитки скрутили. Потом получился клубок. А из ниток и связали твой свитер». «Так вот откуда он взялся», — сказал Митя. И свитер погладил. «Раньше ты барашка грел, а теперь и меня греешь». Вот такая вот интересная, интересная поучительная сказка. Всем пока-пока!